Всем привет, с вами Полина Холод. Сегодня бы хотела вам показать и рассказать обзор на два письма, которые мне пришли от подписчиц. Первое письмо от Маши с канала Monster High и Ever After High. Я с ней снимала совместные видео, так что многие ее помнят. Значит, в письме вот такая наклеечка была с Клодом. Номер 56 у наклеечки. Очень красивая, спасибо огромное. Обязательно ее наклею куда-нибудь. А также была закладочка с дельфинчиками, буду ее носить в школу обязательно. И тут есть сзади таблица умножения и также линейка. Очень-очень красивая закладочка. А еще была вот такая открыточка с Новым годом и обезьянка, очень красивая. Сзади тут есть вот такое стихотворение. Можете остановить и прочитать, кому интересно. Это письмо она еще отправляла, наверное, где-то когда был Новый год. Вот, но ей обратно пришло это письмо, и пришлось его еще раз отправлять мне. Вот, ну, из-за этого такая открыточка новогодняя. Ну, ничего страшного, очень красивая, спасибо огромное. Еще в письме был вот такой фантик. От конфетки, как я поняла, тут нарисован котенок и мышки наверху. Вот. А еще было письмо вот такое. Я его покажу, потому что, в принципе, там нет ничего такого секретного. А в письме есть рисунок, она меня нарисовала. Также еще Маша меня попросила сделать свою роспись. Вот моя роспись. И вот такой вот замечательный рисунок. Спасибо огромное, мне очень понравился. Ну и это все вот в таком письме было. Вот, как вы видите, тут новогоднее такое письмо, и тут наклеечка новогодняя еще. Так что вот так выглядит это письмо. Ну, в принципе, обычное письмо. Следующее это вам покажу от Дианы. Я выиграла в ее конкурсе. Третье место за рисунок. Еще на 14 февраля был конкурс, там надо было Валентинку нарисовать. Я нарисовала Валентинку и заняла третье место в конкурсе. Обязательно оставлю ссылочки в описании под этим видео на канал девчонок, так что можете подписаться. Я выиграла вот такие резиночки для плетения зеленым цветом. Также там крючок есть красным цветом и зацепочки такие. Я не знаю, как их называть, я уже забыла. Извините, тут 200 штук. И вот так, такое название у них. Вот, так что вот такие резиночки, очень прикольные, спасибо. И также еще была Валентинка, исполнение желаний с котенком и с рыбкой. И тут вот такая маленькая Валентиночка. Если открыть, тут написано Диана. И вот так вот тут все написано, можете тоже прочитать. Очень прикольная Валентинка и очень прикольные призы. Спасибо огромное. Мне они очень понравились. Это все пришло вот в такой вот, значит, упаковочке. Не буду близко показывать, потому что там адрес. Вот мой и Дианы. Ну, в принципе, вот такое письмо большое. Ну, и это было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. На этом было все. Всем пока!